Барановский выигрывает, друзья. Гуштына. 65 очень конкурентный вес. Что в России очень конкурентный, самый сложный. Что на мировой арене. Так, 2 балла есть у Атагура. Да, еще катит, еще 2 балла. Еще 2 балла, друзья, 6-0 просто, ты посмотри. Затаился, да, Атагура? Такита Атагура затаился, смотри, все время пахал, наверное, тренировался, не покладая рук. Марат Арсенович, спасибо тебе за поддержку. Анварбек Султанбекович, салам Муранбеку Магомедовичу, гром Махачкала. Спасибо. Так, 1,5 минуты пролетело, 6-0. Да, сейчас Тиванян будет выходить, сейчас Шамиль Мамедов. Ну, Шамиль Мамедов, я думаю, в принципе, должен быстро, уверенно победить. Соперник у него с Йемена. Так, 8-0, друзья, 2 балла не хватает до чисто технической победы. Я думаю, сейчас будет хороший накат, хорошо у него проходят они. Да, 10-0, чисто техническая победа. Такита Атагура, друзья, вторая встреча у него уже. Так, а мы с вами потихонечку...